Меня зовут Вячеслав Стюкин, и я являюсь ведущим разработчиком в студии визуальных эффектов CGF. Мы находимся в нашей лаборатории. Здесь расположен трехмерный сканер, который работает по принципу фотограмметрии. Фотограмметрия — это технология, которая позволяет получить трехмерную модель объекта с помощью сделанных изображений этого объекта с разных ракурсов. Эту модель мы в дальнейшем используем при производстве визуальных эффектов, в таких, например, кадрах, которых актер не смог сыграть по каким-то причинам, либо этот кадр просто было нереально снять на площадке. Раньше процесс сканирования происходил у нас достаточно долго, так как мы использовали прямое скачивание изображений с каждого фотоаппарата в компьютер, и это занимало очень много времени. Теперь мы используем карты Kingston, которые вставлены в каждый фотоаппарат, и весь процесс сканирования занимает теперь 2 секунды. Мы выбрали карты microSD 10 класса, так как они обеспечивают высокую скорость записи и чтения данных. Эта технология позволяет получить трехмерную модель такого качества, что в кадре вы не заметите разницы между реальным актером и компьютерным, сделанным с помощью нашего сканера.